За систематические поборы с пациентов задержан заместитель директора санатория Джалалабад Федерации профсоюзов Кыргызстана. Как сообщает Госкомитет нацбезопасности, замдиректора по лечебной части данного учреждения задержан был с поличным при получении денежных средств от пациентов. Установлено, что мужчина систематически занимался вымогательством денежных средств у лечащихся за включение в санаторную книжку дополнительных лечебных процедур, которые фактически предоставляется на бесплатной основе и входит в обязательный прескурант медицинских процедур санатория. Задержанный водворен в ВВС СИЗО ГКНБ. Ведется следствие.